Всем привет, моя хорошая, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ и фруше по бланку. Давайте скорее открывать коробочку и смотреть, что же там. В прошлый раз мне прислали бланк, по которому не очень выгодно делать заказ, и вы мне посоветовали в комментариях сменить одну букву в названии бланка, и получится тот бланк, по которому можно будет выбрать подарок дорогой до 3600, до 3900, по-моему. Я сделала заказ по бланку 9-RISH-1SS-01. Я пропишу название в инфобоксе и ссылочку оставлю, как делать заказ по бланку. Я для вас уже снимала такое видео. Девчонки, мне в этот раз почему-то бумажный каталог не положили, ни бланк, ни каталог. Опять положили весь помятый вот этот вот каталог одежды Atlas for Men. Зачем он нужен, я не знаю. Это партнеры фраше или что это, я понятия не имею. Так, вот он мой, не бланк, а моя накладная. Я вам ее тоже в конце покажу. Заказ у меня вышел на 1022 вместе с доставкой 1252. На этот раз я решила заказать доставку в Пикпоинт. Очень удобно, кстати, там расплачиваться карточкой. Приложил, ввел пин-код, все замечательно. И не переплачивать расходы почты. Так, что же первое вам покажу? Первое — это набор гелей для душа. Он был прям в этом бланке. То есть там бланк и внизу перечень продуктов. К сожалению, без картинки, но я уже посмотрела и догадалась, что это набор гель для душа. Такие я еще, девчонки, в фраше не брала. Вот именно в таком формате брала только кругленькие. Чем они отличаются, кто знает, напишите, девчонки. Я потому что впервые их беру. Здесь у нас бразильский кофе. У меня есть кофе в круглой такой тубе. Интересно, отличаются или нет. Нет, девчонки, этот один и тот же аромат абсолютно. Что тот, что этот. Крепкий, только что сваренный, свежий кофе. Ой, потрясающий аромат, вообще супер вот этот кофейный. Мне так нравится на утреннее применение эти гели для душа использовать. Набор из трех гелей стоил 387 рублей. 327 даже получается. 327 рублей, да. Так, второй. Жардан Дюмонт. Это зеленый лимон Мексики. Очень интересно. Люблю зеленые запахи, освежающие очень. Ой, класс. Действительно, освежающий лимон. С ноткой зеленой травы, потрясающий аромат. Ой, девчонки, один из моих любимых тоже будет. Супер вообще. Зелененький, свежий лимон, даже лайм бы я сказала больше, а не лимон. Только что вот разрезанный, прям класс. Аромат вообще супер. Очень понравился вот этот гель для душа, прям это мое. Так, и третий в наборе был малазийская карамбола, освежающий гель для душа. Вот так он выглядит. Такие флакончики классные, приятные. И здесь у нас получается сколько? 200 миллилитров. Ой, какой тоже классный аромат. Ах, супер. Он тоже освежающий. Но здесь есть сладкая нотка, наверное, вот этой карамболы. Карамболы. Девчонки, как правильно. Очень вкусный аромат. Невероятно. Довольно, довольно, вообще довольно. Просто неимоверно. Потрясающий гель для душа. Так, дальше. Дальше заказала себе два средства для волос. Брала их со скидкой, по-моему, по бланку 50%. Это уксус для волос. Вот так он выглядит. Вы его многие мне нахваливали, тоже говорили, что продукт достойный. Уксус со скидкой по бланку обошелся всего лишь 290 рублей. Это нормально. Так он стоит достаточно дорого. Ой, какой классный аромат. Это виноградный же уксус, нет? Нет, здесь нарисована малинка, по-моему, да, малинка нарисована. Такое ощущение, что виноград. А малинка, да, прям малинка. Ох, как здорово пахнет. Очень вкусный. Малиновый уксус, да. Невероятно вкусно пахнет. Будем с вами вместе тестировать, я вам сделаю вставочку. Вот этот продукт. И следующий, девчонки, это масло для волос восстановления. Вот так оно выглядит. Вот такое маслице. Оно, кстати, ну да, оно желтенькое. Ой, вкусно пахнет. Маслом. Какие тут масла, интересно, в составе? Ой, я не сильна, конечно, в латыни, хотя когда-то у меня была по ней пятерка, но, тем не менее, макадамию вижу. Много-много-много-много-много масел в составе. Сейчас покажу вам поближе, кому интересно. Здорово пахнет. И дозаторы тут такие интересные. Смотрите. Вот. В общем, мы это все с вами вместе протестируем. Дозаторы тут масло для волос состав. Информация. Жжоба здесь, да, у нас?
такое симпатичное. Так, и уксус. Вот состав. На первом месте вода, да? Парфюмерная композиция. Очень много-много всего. Такой красивый. Ну что, девчонки, будем тестировать сейчас с вами два продукта от Ифраше. Первый — это масло. Здесь написано, что можно наносить его и до мытья, и после мытья. Я думаю, что мои волосы настолько убиты, особенно кончики, что можно нанести, в принципе, и после мытья. Так, а уксус, уксус. Ополаскиватель для тусклых волос. Где способ применения? Удобная крышка-дозатор при попадании в глаза. А где способ применения? Уксус, ополаскиватель, блеск для тусклых волос. Избегайте попадания в глаза. А, нанесите по всей длине перед последним ополаскиванием. Смойте. То есть мы помыли голову, нанесли бальзам, маску, что там у нас есть, да, потом полили вот этим волосики и смыли тоже. Избегайте попадания в глаза. Так. Пахнет так вкусно, вообще супер. У меня сейчас и так волосы в нормальном состоянии, потому что пару дней назад я делала домашнее ламинирование. Видите, кончики все запаяны. Но сейчас помоем, все равно они, конечно, не такие будут. Так, ну все, я пошла мыть голову. Буду ополаскивать уксусом, потом вместе с вами перед сушкой нанесем вот это вот масло. Посмотрим, утяжелит, не утяжелит, но я буду только на кончике, конечно, его наносить. Ну что, девчонки, помыла голову, мне понравился безумно запах этого уксуса, вообще просто супер. И я думала, расход будет большой, но, наверное, длинные волосы, конечно, побольше. На мои прям чуть-чуть мне хватило, чтобы как следует распределить его по волосам и смыть. Давайте пробовать теперь вот это вот маслице. Ну, кстати, такое довольно жиденькое. Нанесем с вами его на кончики. И посушим волосики. Хотя и так видно. Смотрите, как здорово они блестят от уксуса. Вообще класс. Супер. Такие мягенькие. Ой, как здорово. Так. Открываем маслице. Дозаторы. Тут такие интересные. Опа. Ой, как плюется. Распределяю между ладонями и пройдусь по кончикам. Запах тоже очень классный. Причем ярко выраженная такая парфюмерная душка цветочная. Прохожусь по кончикам и будем с вами сушить волосики. Вот так. Ну все, сейчас волосы мои оживут, обретут вторую жизнь. Шик, блеск, красота. Все, сушу волосики и посмотрим с вами на результат. Девчонки, ну вот результат. Волосы невероятно живые. В то же время они кондиционированные такие. Посмотрите, как блестят при искусственном освещении. Кончики, кончики, которые только недавно милированием пожгла. Посмотрите, посмотрите, какая прелесть. Для убитых волос, да, вот этот метод подойдет. То есть перед сушкой волос небольшое количество на ладошке растереть. Если у вас волосы нормальные или чуть-чуть пересушенные, то утяжелит. Утяжелит однозначно, поэтому такое маслице можно делать до. Обладательницам нормального типа волос, да? А вот тем, у кого убитые, прям рекомендую, девчонки, посмотрите. Не спадают живые, запаянные, блестящие кончики. Это просто находка. Рано я сняла видео о 6 лучших средствах для волос, на самом деле. Но я буду тестировать дальше. Посмотрим, конечно, как оно себя дальше поведет. Это масло, этот уксус. А пока прям вот вообще огонь. Огонь, девчонки, супер. Сейчас покажу при естественном освещении. Вот волосики при естественном освещении. Смотрите, какие блестящие, красивые. Вообще супер. На солнышке. На солнышке. Живые кончики. Вообще красота. Ну, конечно, все мы делаем заказы по бланку ради подарка. То есть взять себе дорогой парфюм бесплатно. Я взяла, девчонки, вот этот парфюм. Как он правильно называется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ауи эль амор. Если я правильно произнесла. Вы мне писали, некоторые из вас, о том, что это любимый ваш парфюм, и поэтому мне захотелось потестить именно его. Здесь у нас 50 мл. Я думала взять водичку как явность, причем не водичку, а мне хотелось взять именно духи как явность, 30 мл, они, по-моему, стоили 3200. Их можно было взять по этому бланку в подарок. Потому что как-то вот все ароматы и фраши для меня не очень стойкие, на самом деле. То ли я их не ощущаю, то ли они на мне не держатся.
постоянно обновляю. Сейчас посмотрим, насколько стойким окажется этот аромат. Он пришел в слюде, да, вот такая красивая коробочка. Здесь надписи эти выбиты. Здорово, сзади информация, ни слова по-русски. Ну и давайте скорее тестировать. Надеюсь, что он мне понравится. Не понравится, задарю. Ой, бутылочка классная, смотрите, какая красота. Вот здесь как будто половинка сердца. И на крышечке, получается, да, на крышечке логотипы Фраше выбит. Я вам сейчас поближе покажу. Флакон красивый очень. Смотрите, какая красота. Вот тут на крышечке, да, выбито. Вот здесь сердечко выбито. Вот тут вторая половинка. И на крышечке сзади еще. Флакончик очень такой прям красивый. Самый ответственный момент. Тестируем. Я в крышечку и на кожу. Классный. Мне прям что-то напоминает из детства. Какие-то мамины духи. Сладкий, шлейфовый. Пудровые нотки тоже какие-то чувствую. Я плохо умею описывать ароматы, но стараюсь для вас максимально передать информацию. Ой, интересный аромат. Мне нравится. По крайней мере, не отталкивает, не пожалела. Какой классный. Для любителей сладенького прям вообще зайдет. На коже. Здорово. И мне кажется, он более стойкий, чем вот, допустим, ароматы из коллекции. Как коллекция называется, девчонки? Которые вот Monatic Blanc, утро, вечер, вот эта вот коллекция. Я этой туалетной водой, парфюмированной, вернее, обливаю с ног до головы, и прям она не очень стойкая. Мне кажется, здесь будет стойкость больше. Ну вот по нотам это чувствуется. Даже есть какая-то небольшая терпкость, но в меру прям приятная. Здорово. Мне нравится. Не пожалела. Спасибо, девчонки, что делитесь своими любимчиками в комментариях. Буду потихоньку пробовать все вместе с вами. Ой, а так мне очень нравится. Сладенькие немножко, пудровые нотки немножко, терпкие такие, как будто специи какие-то. Информацию по аромату вы можете прочитать на сайте. Я как бы не вижу смысла вам ни зачитывать, ни рассказывать. Но мне нравится. Действительно классный аромат. Вот на зиму, да, на зиму. На зиму будет прям вот классно. На лето, мне кажется, он может быть немножко удушающим. Это зимний аромат, согревающий аромат однозначно. Прям представляю себя в таком вот в теплом шарфе. И вот этот аромат исходит от меня вообще здорово. Очень согревающий аромат. Класс. В общем, я довольна, девчонки. Здорово на самом деле, что теперь этот парфюм появился у меня. Сейчас я вам покажу накладную. Вот, девчонки, накладная, уксус 290, масло 406, набор гелей для душа 327 и водичка за 3200 бесплатно. Итого у меня 1022 плюс 230 рублей за доставку. 1252 рубля я заплатила за этот заказ. Ну вот и все, мои хорошие, ссылочка на сайт Фраше всегда под видео, проходите, заказывайте, знакомьтесь, если не знаете, как заказывать по бланку, а очень хочется, в инфобоксе оставлю вам ссылку на то, как делать именно заказ по бланку. Ну и на сайте сейчас тоже, кстати, классные предложения, я как сделаю заказ по бланку, на сайте новые подарки выкладывают. В общем, ссылка внизу в инфобоксе, надеюсь, видео было вам интересно и полезно, прощаюсь с вами до следующих роликов, всех люблю, целую, всем пока-пока.